Ребят, всем привет! Сегодня выходной, воскресенье. И еду на рыбалку ловить на дергач. Заказал вот такую новую удочку себе. Ссылку оставлю. Она очень мощная. Вот, с Алиэкспресса заказал. И вот такие у меня катушки разных видов. Ну, на рыбалке все покажу, в общем. В общем, вот такое снаряжение. Называется рыбалка на дергач. Рыбалка на дергач. Что такое дергач, кто не знает? Это большой крючок, без червей, без наживки. Просто закидываете и сильно тянете. Это у нас снасть разрешена, спортивная. Как бы закон мы не нарушаем. Вот. И на водоеме встретимся, все покажу. Значит, по поводу адреса, кто будет спрашивать. Адрес будет прикреплен в самом видео. Если вы будете перематывать, то вы его не увидите. Поэтому смотрим и не перематываем. Вот. А кто будет писать дай адрес, персонально давать не буду. Вот. Потому что нет времени. Все, ребят, погнали на водоем. На водоеме увидимся. Ребят, в общем, приехали, вот место. Вот тут все машины, которые стоят, машины, все вот будут ловить на дергачи. Вот. Пойдемте на водоем, теперь посмотрим, что там творится. Такой нормальный, да? Все, помещай. Ребят, в общем, удочка приходит вот в таком чехле. Вот таком. И вот так вот она открывается. Вот такая удочка. Новая, только пришла. Специально заказал для этих дел. Вот. Высота, смотрите, какая. Где-то метр 25, метр 30. Ну, я ссылку оставлю, посмотрите. Вот такая удочка. Вот такое название. 4,5 метра. А, нет, она 3,9 метра. Но если 4,5. Ну, я не знаю, может, они мне отправили 4,5. Бывает, что они неправильно дают. Сейчас посмотрим. Смотрите, какой толстый конец. Вот мой мизинец и этот конец, видите? Вот. Толще, чем мой мизинец. Наверное, очень мощная удочка будет. Очень мощная. Сейчас соберем, смотрим. Ребят, не знаю, сколько надо померить будет. Я думаю, ну, наверное, где-то 3,9, да, 3,9 метров. Еще собираем дальше. Да, долго ловить не буду. Я не любитель такой рыбалки, как бы рыбу косить, но здесь разрешено, все ловят, как бы вот. И поймаю сестре немножко, и все. Ну, килограмм, не знаю, если получится, хотя бы 3. Максимум 5, как пойдет. Может, вообще не пойдет. Вот. В общем, ребят, вот так делаю, вот такой монтаж. И будем сейчас ловить. Ребята, в общем, вот что получилось у нас. Ну что, погнали, посмотрим, что получится. Запросы. Ух ты, хороший карасик. Ой,
Ой, не знаю. Два раза это здоровое зимы попробуй. Вот был опять. Не ушел, да? А, нет, есть, это раз взял. Это раз взял. Чехонь вот такая попалась. А, не, черхонь, верхогляд. Таких маленьких еще поймаем. Штучек. Это вторая рыбка у нас. Вторая. Таких маленьких еще три надо. Если один хороший будет, хватит. У сестры двое детей, чтобы каждому хотя бы по одной. Дети взрослые. Вот. Ну, по такой рыбке хватит им. У вас какие-то крючки золотые, прям хорошие. Не, они на дне лежат. Карась. На дне? На дне лежат? Ну, потихоньку проводишь, там этот горбы чувствуется. Я пойму, зацепил что ли что-то кого-то. Кого-то кого-то зацепил. Кто-то идет, маленький. Ну да, один хороший был, смотри, какие чешуи. Вот этот. Сазан, походу, был. Чешуя. Ребят, ну такой не считается. Конечно, возьмем. Но такой не считается. О, есть сразу. Есть. Поймал. Идет. Не рыба, что ли? Эх, блин. Ну, вообще мощная рыба. Ё-моё. Акула.
Ну там тоже хорошо ловят вон в той стороне. Ну да. Он именно вот в этом месте, наверное. Где вон те стоят? Было ушло. Или что-то есть. Смотрим. Ну да, есть. Рыбка небольшая. Или оператор на мусор. Вроде рыбка с мусором это раз. Ух ты, опять маленькая. Что такое? Ух ты. Ну это прям, конечно, вообще. Что, Димон, пойдешь туда? Опять не крупного, маленького малыша. Обратно такой карасик. Эх. Что, еще не пару забросиков? Иди на угол туда. А? Вон туда на угол, он же ушел. Ну пойдем на угол. Мой оператор говорит, надо здесь, на углу. Посмотрим. Есть. Или маленький. Ну да, есть. О, мой оператор опытный. Сразу есть. Такой нормальный. Этот нормальный. Не поднимается. Нормально. Еще два штуки, что ли? А, с мусором был. Ну да. Смотрите, какая красота. На один крючочек два карася. Походу косяком стоит. Вот, ребята, зацепили еще одного. Этот нормальный. Грамм 300. Может 200. Легонько выкручиваем его. Вот, ребят. Что, ребят, еще одного сюда такого поймаем, и уже будет достаточно. Посмотрим, сколько мы поймали. Сестра довольна будет с рыбой сегодня. Ребят, ну в общем, вот такой улов у нас. Три штуки, видите, вот крупных. Три штуки. Раз, два, три. И мелких. Еще одного поймаем крупного и хорош на это. Вчера люди говорят, очень много поймали. Но я так немножко половлю и все.
зацеп. Кто-то шкурку ему отнял. Поближе, подходи поближе. Видите, ребят, как карася раздербанили. И мы его еще раз поймали. Маленькие были, поэтому кидаем еще. Это маленький не попался. Ребят, ну что, еще раз, если такие попадутся, то тоже хорош. Есть. Ребята, думаю, хорош на этом. Крайняя рыбка была. Я думаю, хорош. Ох, ребят, смотрите, какая красота. Что, ребят, последний раз большой не попадается, а? У меня сестра крупнее любит. Вообще не меньше 3 килограмм я отпускаю. Сейчас весной сказала, возьми таких. Эх, маленький опять попался тоже. Эх, что надоело, а этот манерка. Все, вот прям заключительный раз. Большой, маленький, будет все. Или вообще не будет, все, уходим.
надо свое слово держать. Все. Крайний раз. Все вот. Будет, не будет. Давайте, чтоб сейчас попалась рыбка нормальная. Набираем силы. Очень тяжелая работа, ребят. Ну что, смотрим, повезет там, не повезет. Давай сейчас посмотрим, рыбка будет, не будет. Ну, уже хоть маленькую, ладно. Ребят, ну все, в общем, еще руки чешутся покидать, но уже хорош. Вот. Я думаю, на этом хватит. Я думаю, килограмма 3 есть. Вот. По весу вот так есть. Посмотри. Килограмм 3 будет. Ну, нам хватит. Отдадим сестре. Вот. Сейчас посмотрим там, какой улов у нас получился. Еще выйдем. В принципе, все. Хульчиги нашли ее. А, хульчигиро, да? Куги опция. Ребят, ну в общем такая рыбалка получилась. Надо помогать друг другу. Подсказал рыбаку, китайцу, что там рыба больше, чем здесь, чтобы он здесь время свое не потерял. Вот. Че, ребят, будем закругляться. Че могу сказать про удочку? Отработала она хорошо, даже не скрипела ничего. Вот. Очень понравилось. Для дергача самое оно. Ребят, всем пока! Пакетом там, и так хочешь взять рукой. Вот, смотри, пакета будет, вот, смотри, какая еще живая. Вот. Сколько много. Видишь? Да. Так забери, да? Руки не морать. Все, давай, пока, племянник мой. Кушай, приятного аппетита. Спасибо.